Мы наше детство не представляли без казаков, разбойников, резиночек, классиков и вообще двора. А сейчас я дочка, мы живем в загородном доме, в поселке, в закрытом. Площадка находится около нашего дома. Я либо волнуюсь отпускать ее одну, либо постоянно выглядываю, или прихожу на площадку, как там она, что она. Настя обожает меня вытаскивать на площадку. Я со всей этой оравой детей любого возраста, 2, 5, 8, 15, я с ними бегаю.